Тут много масок, вода, воды куча, маски. Вот семечки, семечки на все золото, вот, пожалуйста. И раненое в сердце мечтаешь стать целью. Вот так вот ребята пытаются написать протоколы. Для какой цели вы с протоколами ходите? Скажите, пожалуйста, то. Для чего вы с протоколами ходите? Скажите. Вы разобрались с этим, что вчера произошло? Я лично не разбирался. Но вы же полиция, вы должны разбираться с общими делами. Вы сейчас занимаетесь непонятными делами. Вы знаете? Приветствую. С какой целью к автомобилю? Или правонарушитель? Я уже объяснял вашему коллеге. Часть 5. Пункт 5, часть 1, статьи 13. Вы лучше бы сбивает на пешеходном пешеходе людей. Я вас слушаю. Вы меня слушаете, да? Вот так вот сотрудники у нас работают на благо себя же. Пункт 13.42. Как публичное осуждение. Обратитесь к компетентным лицам. А можете представить? Вы некомпетентное лицо? А? Вы не кто? Не входит в исполнение моих служебных обязанностей. Как это не входит? Вы для чего форму одели? Чтобы людям помогать? Или так? Просто протоколы писать. Скажите. Скажите, пожалуйста, вот эти лица должна знать вся страна. Представьте, пожалуйста, кого они защищают? Это 5-й закон о полиции. Представляться, что ли? Серьезно? Даже удостоверение не покажешь, если его попрошу. А тоже не входит ваши обязанности. Они все так не уходи! Никино, уходи! Никино, уходи! Никино, уходи! Никино, уходи! Никино, уходи! Ваше место нет.
ну это да, я видел. Молодец. Какую? На нашу блондинку. Блондинка Лена? Наш креативщик. Да. А, только что была здесь. Только я. А? Так, ну. Потому что мы верим в то, что правда за нами. И мы готовы бороться за свою правду. И наше дело право, и мы победим. И завтра состоятся выборы по всей России. И после этого люди поймут, что их обманывают, что они должны, по примеру Хабаровска, выходить на улицы и говорить свое слово, чтобы Москва их услышала. Если же после этого нас Москва не услышит, мы придем в Москву под стены Кремля, чтобы там они нас услышали. России нужны герои! 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 Да-да, мы едины! Уважаемые жители Хабаровского края! Уважаемые жители Хабаровского края! Уважаемые жители Хабаровского края! У нас не завтра выборы! У нас наши выборы с 11 сентября 2020 года и по 13 сентября 2020 года. 3 дня выборы идут. Как сказал на Кушно, председатель избирателя Хабаровского края. Я бы Сергей Фугал. Очень интересно, да? У нас меняются лица, но не меняется система.
хочу обратиться к Кристиновой Елене Геннадьевне. Ну это да, я знал. Она была еще, знаешь, такая. А, он же еще и фоткает сразу, да? Я сейчас фоткаю. Нормально. Вон стоит в черном. В черном, да. У него еще прическа вот такая. Сашей троллили. Война, Саша, говорит, война, говорит. Саша перед ними разгрел плакат, я выфургал, устал, они такие. Там толстый вот этот вот, толстый там. Жирный это там, еще пара. А, ну да. Вы что, вы провоцируете? Я вас предупреждаю об уголовной ответственности. Ага. Вы что, милиционер, что ли? Ты Сася сначала, кто ты, потом уже. Ага. Это да. О, ты смотри-ка, а? 360, да, который? Это круто. Ну сколько она стоит? Скажи, что было. Очень дорого, очень дорого. Ты ври ты. Главное, Сереге не говори. Потом будет плакать. Блин, круто. Кепку не успел купить, но был на резинке. Не, ну круто. Ой, опять это челябинец, ну его. Ребята, там ничего интересного нету, так что я даже подходить не хорошо. Уже, о! Нормально. Неплохая. Ты все не видел. Эх. Как много нас тут снимает. Да. Люди в погонах. Человек в черном, да. Наснимал уже. Походу, да. Заряд экономит. Может, где-то стоит там.
Как думаешь, с фонариком это... Смотри, как четко все снимает. А, нет, может, картину снимал. Ребята, ваши комментарии не вижу, поэтому с телефоном беда, комментарии читать не могу. Особенно, когда кричат «Эштиков позор», да? Перед сном, наверное, смотрят. Хорошо. День замечательный. Теплый. И вообще прям. Да, боевой. Это да, прям для народа. Вот прям. Хорошо. Так что. Народ не расстроен. Чем вчера закончилось ДТП. А, на свидетельство не ездил. Но он сам говорит, пойду я лучше съезжу, чтобы не было такого, что я там пьяный был или еще какой-нибудь. А все нормально там. Да, пошло. Конечно, своего прикрывают там, фиг они там что будут заводить. Он скоро здесь камеры повешает. Как этот будет? Как Лунтик? Ой, Лунтик. Телефончик. Ребята, телепузики существуют. Просыпайтесь, города!
Витамин тоже тут. Что, ребят, посмотрим, что здесь происходит. А почему вас там нет? Там же целая площадь. Ну, в смысле, где все плакаты? Вас не пустили, значит. Я не знаю. Спасти Фургала, спасти свободу выбора. Yeah!
сейчас, ребят, сейчас догоню. С другой стороны. Оп-оп-оп-оп. Ну что, Сергей? Люди, сотрудники полиции читают все через телефон, либо через бумаги. Сами не знают уже, что не выучили ничего. Пугал!
Слуга у нас выбор на годе губернатора Хабаровского края!
Примели, что на тот даже губернатор Хабаровского края Михаил Иванович Дегтярев, уходящий на домой. Пусть придет губернатор Хабаровского края Сергей Иванович Лугал. Ребят, ну как вы видите, конца не видно пока, так что мы бежим вперед.
Олимпиада, вот играет, там же играет. Ну что ж, в этот раз опять народ растянулся почти на всю трассу, осталась только одна свободная полоса. По бумажке читает. По бумажке. Также, ребята, расскажу вам про этот флаг. Это хотят сделать такой флаг Дальнего Востока.
Это флаг Дальнего Востока хотел сделать, правильно же? Не путаешь? Хабаровского края. Вот. Все, путаю, ребят. Вот такой должен быть, хотят сделать флаг Хабаровского края. Здесь эта звездочка означает все учреждения, где учатся, по-моему. Я еще раз поинтересуюсь, потом вам расскажу. Видите, ребята, это начало, конец мы не скоро увидим. Автобус-то чуть не побили там. Автобус не побили? Да он ехал, прям чуть не побили. Нифига. Что ж, как я только что услышал, только что чуть водитель автобуса не задавил людей. Такое, видимо, бывает. Такого ни разу не было. Чтобы автобус пытался наехать на людей.
журналист. Да. Он снимал и дурные вопросы начал задавать ему. Вот такие вопросы. А какие вопросы ты были? Что ты вот, кто он такой сейчас лезет сегодня? Да-да, глупые, глупые вопросы. Вас за музыку забанят, блин! Ага, понял. Смотри, тебе там Георг передал, попросил, чтобы он попросил тебя. Когда ты вот еще больше узнал. Какой Вадим? Ну вот этот вот парень. А, хорошо. Ребят, вот наш долгожданный дом, поэтому дети нас ждут каждый день. Как видите, Хабаровск, а мы Фургал. Привет, привет, привет. Как? Митя. А тебя Сеня, да? Меня Митя, а тебя? Владик. Все, надо забыть тебя. Алиса, привет, сколько тебе лет? 9? А тебе тоже? Тоже 9? Вот так вот дети выходят и поддерживают хабаровчан, и поддерживают все Фургала вместе с народом. Так что мы про тебя не забываем. Спасибо, ребят. Ой, ребят, путь такой настолько долгий, что-то я уж подустал. Вот, например, мальчик со школы идет, а рюкзак тяжелее, чем сам. Не устал? Легкий? Это хорошо. Я думал, там учебников 12. Как раньше носили все на уроке, да? Ой, ребят, мне сегодня даже понравилось, когда меня назвали мальчиком. Мужчина решил проехать на велосипеде и говорит: мальчик, поднимитесь, пожалуйста, я проеду. Вот так. Попробуем встретить этих на повороте. Что-то народ разделился. Я просто настолько устал. Еще рюкзак тяжелый. Есть такая хрень. Я мой Сергей Бургал. Ребят, настолько так тепло, что устаем быстро. Здравствуйте, здравствуйте! Вы сегодня в платьишке также? Отлично.
Народ тоже здесь рабочей славы поддерживает народ. Площадь Славы видим. Фургалмобиль впереди. Ну что ж, встречаем народ. Я пока достану воды. Пирив. Водичку хотите? О, водичку хотите? Я... Никто не хочет водички. Вот такая волна идет по дорогам Хабаровска. Ой, ребят, жарко. Жарко. Помнишь, в прошлую субботу такая же погода была? Ну что, ну а люди не останавливаются кормить голубей. Кормите голубей, да, уже? Хорошо. Ну вот так вот. Вот вам доказательство, что люди все-таки выходят на кормление голубей.
Вот это оригинально. Нам будет больше. Мы пришли сами. Мы пришли сами. Напугали по деревьям. Сами ходим. Никто нас не по деревьям говорит. Очень креативно прям.
Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Прошлый раз встречался. Вчера девочку вот задерживали. Катю. Сегодня суд был, да? Ну и что? А я не знаю, мы пока информацию не знаем, даже сейчас шествие. Кто-то на суде там точно есть, там кто, я не знаю. Мы расскажем обязательно. Следите за YouTube каналом и обязательно расскажем. Так, что-то интересное там точно должно быть. Так. Кремль уничтожит Приамурье. Вот так вот. Это точно. За сигаретами? Воды куплю. У меня есть в рюкзаке вода. А вторая бутылка новая. Мичо, молчишь, так фу, эта вода не пахнет. Почему? Что ты пьешь? Ну иди тогда, беги. Киоски, киоски. Не-не, взяла. Вон они, вон они, вон там киоск. Вон охлажденное мясо, подворье. Хабаровск, выходи! Хабаровск, выходи! Хабаровск, выходи! Россия, выходи! Вообще молодые водители тоже против Путина идут, так что вот как-то так. Я думаю, здесь очень много людей едут также, которые устали жить при Путине. Путина в отставку! Путина в отставку! Молодцы, Рили. Здравствуйте, скажите, вы против Путина или за Путина? Сказал в камеру, мы ничего не говорим. Хабаровск угощает! Путин, выпей чаем! Хабаровск угощает! Путин, выпей чаем! Хабаровск угощает! Путин, выпей чаем! Хабаровск угощает! Попробуем пройти вперед!
растянулись, надо будет ждать. Я вообще сказал. А сказал, да? Сейчас вот народ ждет людей. Очень сильно растянулись. Я тебя 300 лет уже ищу, думаю, где ты находишься? А я через тот телефон набрал, короче, а он все, номер исчез, прикинь. Давай, я свой наберу тебе тогда. Последний. Да, 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 сейчас мы везем, сделаем просто. Идет, да? Все, спасибо большое. А ты думаешь, где же Саша? Ты также по краю все это время шла? Нет, я везде. Начальник, вот так вот, понимаешь. А такая, а, о, Митя, и... надо туда идти. Так, отстань от девушки, пошел вон отсюда. Я буду еще. Я оператора своего потерял, где он? А, все, вижу, вон он. Тут без тапочка остались, да? Спрячусь.
наша сейчас сверху снимает дрон. Такие шик-шик, быстро. Ну молодцы, молодцы все равно. Знаешь, есть такие, которые едут и встанут вот так вот, вот. Просто были водители, например, которые проезжают и на месте вот так вот встанут и ждут, когда народ начинает их обходить. Спасибо, ребят, что уступили. Ну что, ребят, мы находимся возле этого дома, где... Сначала все раскрасили, все убрали, но новую информацию поставили. Хабаровск ямы не быдло. Но также фото Шевчука, как вы видите. И написано Сергей Фургала, отстоим. Вот так вот. Yeah.
понимаем. Ты сбиваешь? Трудный ребенок существует. Видела бы ты мой. Опа! Вот так вот. Спасибо вам большое, хорошего вам дня! Ой! Ой-ой-ой! Слуга нас выбор! Слуга нас выбор! Банду Путина под суд! 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 А вы уже за руку. Фургал наш выбор! А я смотрю, у вас не двое идут, да? Вот так вот втроем идут. Так что, а вот кто там, это будет секрет для вас. Полиции
Так что вот такие сильные духом девушки ходят. Ребят, ну также конца не видно. А вы, кстати, я помню, не первый раз ходите, очень часто ходите, поддерживаете, да? Потому что я такие глаза на всю жизнь запомнил. Каждую субботу нашествие, и их это ничего не останавливает. Тоже поддержка. Ну вот видите, уже третья девушка вот так вот вдвоем вот так вот голос поддерживает народ. Привет. Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор!
сейчас чувствую. Эшникам позор! Эшникам позор! У тебя ноги как, вот так вот? Да. Эшникам позор! Эшникам позор! Эшникам А не знаю, мне так вообще неудобно. Лучше сложи ее нафиг, я еще так удобно. Нужно третью руку иметь, чтобы быть журналистом. Сложить? Нет, ну... На, складывай ее. Спасибо. О. Здравствуйте. Ну что, народ вернулся на основное место. Возле правительства Белый дом. Кто-то на перекур вышел, кто-то решил чутка отдохнуть, потому что путь был нелегкий. О, это что-то новенькое. Ургал наш выбор! 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 Так, ребят, пойдемте сходим, посмотрим, что там на площади у нас. А, не успел. Ой. Может, кто-то что-то спорит. Может, опять Дудинок там что-то интересное рассказывает. Но тут не для нас только, нам вон. Да, я снял его. Нет, там сняли Дегтярева. А, да, уже сняли давно. А, сняли? А кто снял? Серьезно, что ли? А этого Кравчука в нос. Возле доски? Там, что ли, было? А, да? Да, это сразу в один день, мне кажется, сразу все снимают. Так а кто там? Милиции нет, камер нет. Кто-то же видел, Бахир. Кто-то же все равно видит, проезжает. Так что... Вышел с машины, снял. Оп, ну давайте посмотрим, что тут. Для них люди не люди, для них люди лишь мясо. Мясо делает кассу, масса для них лишь мясо. Но если есть мозг мяса, значит мясо опасно. Кирилл Толмацкий, он же Децл. Доказан экономический прогресс и процветание возможно только при соблюдении двух важных условий. Сменяемость власти и прозрачность власти. Кто еще не понял, включайте мозг. Объявим бойкот продажам СМИ. Телевизор не смотри. КТРК Губерния, ТК Хабаровск, Восток Медиа. Какой общественный туалет и дороги такая страна. Был медведь, а стал Мишутка. Вот такая злая шутка. Так что две Мишутки, вот они. Здравствуйте, здравствуйте, как ваше ничего? Отлично. Вам не жарко в кофточке? Вот так я наоборот. Наоборот хорошо, да? О, а это да. А то раз он из севера к нам придет или зам. Ну. Да. Дошли, в общем, все-таки. Да, хорошо. Это хорошо.
Да, это же вообще прям в горку, с горки можно в горку. Можно съесть гамбургер. Вот. Даже не один. Это заморская еда. Да. Лучше. Раньше по два круга делали. Сейчас только один, все, до трех, до четырех. Они еще и будут. Фу. Еще так тепло. Прошу, прошу. Это точно. Ну не так, как первый раз было. Да, ну вот позавчера, вчера было холодно, капец. Вчера мы до трех часов ночи, до двух часов ночи здесь находились. Я переживала, да. Из-за всех сил. Да. Позоруха-то у них такая. Вообще, надо же было, как говорится, так это, жидкая, того самого. Ой, привет, привет. Как она? Нормально. Ой, да. И своего начинают как-то прикрывать. Угу. Это просто жесть. Так, причем недавно меня гаишники останавливали, так. Там женщина не успела наступить на этот, на пешеходный переход, они меня уже остановили. Нифига. И говорят, типа, вы нарушили правила. Я говорю, я не нарушила. Я говорю, приведите мне эту женщину, она скажет, что я, типа, ей помешала. Причем она была на другом конце, четыре полосы, она была на другом конце. Вот, я говорю, приведите эту женщину, она скажет, что я, типа, это, ей помешала, я ей там я тогда скажу, что да, я там все поспешу. Окей, а если да. она не скажет, то как конечно. Бы женщины нет. И, короче, и они просто на меня едут. Ну, конечно, в итоге, короче, не надо. Капец. Я больше не останавливали? Нет, это хорошо. Даже вообще пускай не останавливают. Здравствуйте. Так, отреставрировав рабовладельческий уклад, хозяйство всех денег на планете, решили уничтожить великую страну, народ, который правил множество столетий. Проснитесь, правнуки, погибель так близка, кричат нам наши предки из Поднебесья. Услышав вещий зов, дальневосточная земля забила в колокол звенящего протеста. Вот так вот. Попался. Приветствую. Один сегодня? О, слава. Здравствуйте, здравствуйте, давно вас не видели. У нас все хорошо, рассказывайте, как у вас все. Ну, пока нормально. Ничего, свежих ничего нету, да? Пока все нормально. Слышали, что вчера происходило тут? Да, а вон там. А, ну, на пешеходе, да. Ну, на том. Не вот возле полицейских. А, ну значит, это наоборот было. Вот. Меня спрашивают, да, это я говорю, готов. Не, прям там. Ну я видел, да. Так что прям. Я смотрел, ну я же. Там-то светофоры, а здесь нету. Вот. Как думаете, вообще, возможно ли, могут ли они своего так прикрыть и не заниматься этим делом, не заняться? Потому что полицейский за рулем был. Ну, могут. Могут, да, сказать, могут. Типа, да. Давайте лучше вам денег дадим, что-то типа надавить, того, не знаю. Этого могут надавить просто. Надавить, да, все-таки? Да. Типа, если ты на это, мы тебя вообще там подкинем или закроем. Да, 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 вот типа вот такого. Они могут так сделать. Да. Они частенько поступают, между своими. Так давлением, в общем, да, все да, начинают да, делать, да? Плюс могут бабки. Ну да. Ты скажешь, что там сам нечаянно ударил. Все-таки могут быть такое, потому что там конкретно, как я посмотрел, конкретно это так. Ну да. Удар был. В этом все. Ну, в принципе, если он им забьет, мужик такой, ребенок, будет молоком, если будет настаивать. Да, чтобы не говорили там, что, вот, заберите заявление. Да, да, да. Ну, это как ко мне так далее. Приходили, когда я в милицию подавал заявление на расследование моего дела. Моего дела, а по убийству моих родных. Так, ого. 90-е годы. Ничего себе. Когда приходили, прямо убрасывали меня, чтобы я забрал это заявление, чтобы не поднимать это в 90-е годы. Фига. Вот сейчас, смотрите, сейчас, а вчера вы были на КПРФе? На митинге, нет? Ну, вот. Я бы туда и не пошел. Я же иду против всех партий. А, против всех?
Ну а так, смотрите, вообще как думаете? Ну сейчас же и голосование будет в разных городах, здесь с 11 по 13. За кого вообще будут голосовать они? Я вот предлагал, вот, не помню, кому я там писал, блогеров. Угу. Смотрел, и когда голосование, за голосование, что типа надо идти на выборы, там, угу, ящики, вот, зачем? Нельзя ли, говорю, упростить задачи и сделать голосование именно здесь, на почте, самим людям? Просто источник бумаги, кого там хотите, угу, там выбрать, разделили на три части, все. И написали да, да, нет, нет, угу, все. Какое еще может быть голосование там по этим мусорным ящикам? Это вообще... Это там будут сбросы, там будут покупные, а здесь... Конечно, здесь сами, все свои. Да, и показали, вот я, вот, пишу свои данные, все. Телефон тут я все найти можно было. Но он, как и говорил вчера, Влад Жириновский, Жуковский, что голосовать могут, говорит, и в туалете, да, и в лесу, и на пеньке, да, да там, или везде. Было, и показывали много, я видел, угу, вот. Я почему говорю, чем проще задача, тем она лучше. Да. У нас так же надо узаканивать. Каким образом? Это вот берешь качан капусты, всю листу убрал, оставил только кочерышки. Все. Вот так вот и должна быть вот такая власть. И никак это иначе. Точно. Упрощенно. Все лишнее убираем? Да, листву вот эту все убрали. И все должно... А корень? Мы же не везем из леса, к примеру, сосну срубили и везем потом на переработку. Нет. Мы ее что делаем? Ветки обрубили, а привезли туда, угу, всего. Слышь. Да. Вы помните, как в мультике в этом, в сказке? Когда медведь... кем он там делил, с человеком, говорит, давай ты мне, говорит, корешки, а эти вершки, да? Вот и вот и с народом так поступают. У нас получается сейчас система, я беру мульти, from Alibaba и 40 разбор. Так. Вот при коммунистах это же было, и при этой власти то же самое. Вот так же при Путине сейчас, вот Путин Али. Вот, я говорю, у нас все мультики, это политические, замаскированные политические рассказы. Угу. Понятно. Вот, все, спасибо большое, рада вас видеть. Так, ну что? Так, ну, солнце жарит хорошо, я бы сказал бы, точнее, я сказал, что реально солнце жарит нормально. Даже кто не успел загорать, пожалуйста, выходите, загорайте. Кстати, напомню. А меня не видно. Телефон второй нужен, чтобы смотреть. У тебя не прямой эфир? Прямой. Сотовый вижен. Как говорили, здесь прописали, что ходить по травушке не надо, порча зеленых насаждений, испорченный элемент объекта культурного наследия и зеленые насаждения площади восстанавливаются за счет бюджета. Порча зеленых насаждений газонов не только является правонарушением, но и показывает ваше с вами отношение к красоте и чистоте вашей любимой Хабаровска. В общем, не ходите по газонам. И такие таблички расставили везде. С той стороны, там вот, где только можно, чтобы не ходили по газонам и не стелили ничего. Но народ не остановить. Вот так вот. Так, что у нас еще тут интересного есть для вас? Напомним, вот такое вот изображение «Свободу от мусора». Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор!
Егоровна здесь. Привет, привет! Приветствую! Все нормально? Есть новое. Пойдемте еще прогуляемся, что тут происходит у нас. А что у нас? У нас пока тут ничего не происходит. Много наблюдателей. Вот еще будущая мама. Ну что, сколько вас так людей много? Вас даже все ходят по трое. Вот так вот. Только по трое. Привет, привет. Ой, здравствуйте, ребят. Рада всех видеть. Вот, видите, все вдвоем. Вот так вот. Все на месте. Вот так, что никто никуда не теряется. Где Катя? Катя. Зайдите, ну она сейчас там, зайдите на YouTube, называется у нее «Занавес Хабаровская». Приветствую, приветствую. «Занавес Хабаровская», там она еще рассказывает, как все было и почему она сейчас пока не может. Она уехала, ты куда? Она сейчас здесь. Здесь, да. Да. А сегодня, Катя, другую высокую, да, сегодня судьбу? Да, ну это вообще прям, это а ужас. Что? А я не знаю, там вот нас всех никого не было, информацию пока не знаем. Я не знал, как был судебный. А, в центральном. Ну, вот, 660, ага.
Так что вот так, ребят. Нашли же кого, блин, ловить, ну вообще за позор. Ну а на улице, ну блин. Каждый день, да. Где-то я тут видел, тут звездочка такая лежала. Может, полицейский потерял? А вон там, наверное, вон она. Вот так вот полицейские звездочки теряют. От радости. Наверное. Нифига. У него сразу глаза такие там. Просто бешеные. А что ему все говорят? Ну ты видел? Ребят, попьем. Вот так вот. Разливает четвертый. Разливает чистый мисс. Я мамка готовка. И... как же? Смотрите, куда я отдавала. Это не нормально. Я тебе налью. Колей ей там мало. Мне классик. Я бы побрезгала. Ходит. Квас. Хочу квас. У меня воды уже напился. Холодный? Ледяной со льдом? Через руку никогда не наливай. Нельзя через руку наливать. Мы не сдадимся. Мы не сдадимся. Мы не сдадимся. О, молодец. Плохая примета. Я не верю. Не, ну я, конечно, тоже иногда, но не во все. А, примета это рано. Я не на дом, я вообще на самом деле мимо. Мне после ТК водить научиться. Как ты? Ребята, ну Влад Жуковский с нами. Нам Курдал надежду дал. Нам Курдал надежду дал. Привет, привет. Нам Курдал надежду дал. И вперед ее забрал. Yeah!
Слушай, Влад, Влад Жуковский, Влад Жуковский. Наш выбор нас создал! Наш выбор нас создал! Наш выбор нас создал! Что, одна? А, погоди. Наш выбор нас создал! Наш выбор нас создал! Наш выбор нас создал! Он быстро разряжается. Влад! Скажи, Болгаренко, он должен был приехать, а где он? Он не приедет пока, он на выборах, на почетах. Он, Влад, привет! В Ростове. Как да, в стране от Хабаровска? Слушай, я в шоке, честно, я был на многом количестве митингах, я сам проводил пенсионную реформу здорового, но это нереально, это надпартийно, это надполитично, то есть это... Объединение людей разных взглядов, разных каких-то предпочтений. Народ борется за достойную жизнь, да? За общие человеческие, общегуманные, общедемократические ценности. Жить по совести, по закону, жить достойно, чтобы власть избиралась из народа, для народа, и чтобы она контролировалась народом, а не эти все временщики, банные листы и ставленники олигархов. Поэтому молодцы, друзья, хабаровчане. Мы только можем вас учиться по-доброму завидовать и, конечно, брать вас в пример. Есть отличие глобальное от Москвы? В Москве бывают мощные митинги, я сам на них был. В прошлом году выходили 50-60 тысяч на Сахарова, но там жестко одна партия, вторая партия, третья, там КПРФ, либертарианцы, и в общем начинается отравление. А здесь это международная, это народная история. Здесь все флаги, и КПРФ, и народный социализм, и... Мы ЛПДРщики разбежались, они выходят, понятно, белопроидросовские, да? Не народ, сами жители Хабаровска. Партия народа, скажем так, партия здравого смысла, да. То есть единение это важно, в принципе. Это вот принципиально важно, а это всего, то, что сделал Хабаровск, повезет пока никакие другие города. А часть сделал русский север через, но там тяжело, там... Мусорная реформа, она в топе, в болотах, а там просто тяжелее просто кинуть. Здесь, конечно, в Хабаровске нереальная атмосфера, друзья. Вы не представляете, это просто надо, это не описать. Ни телеграм-каналы, ни интернет, ни ютуб, они не вернут даже сотой части всех эмоций, которые вы чувствуете, когда вы идете. То есть это реально это мурашки по телу, по спине, да, вы идете, вы слышите эту волну людей, народ скандирует лучшая поправка Путина в отставку, партию ядро, помойное ведро, обнуленного в отставку, значит, и, конечно, хабаровчане очень гостеприимные, очень дружелюбные, они настолько благодарны Путину, Единой России за грабительские реформы, пенсионную реформу, за пенсию в 12 тысяч рублей, за зарплату в 25 тысяч, за коррупцию, за убитое образование и медицину, что они готовы угостить Вову чаем, уже Хабаровск угощает дальневосточный чай, от Сибет один ответ. В общем, вот, друзья, приезжайте в Хабаровск. Все, спасибо. Обязательно, друзья. Хабаровск, приезжайте. Просыпайтесь, города! Наши родины беда! Пока мы едины, мы не победимы. Пока мы едины.
где вы вчера были в отделении полиции? Да, в отделении? В отделении, да. Ну, короче, где-то до 2,5 часов ночи. Специально все замылили, чтобы подтусовать. Внимание, мы должны, если где-то идут выборы, ведь никто нас ничего не осветил, Хабаровск, согласны? Позор, позор, почему люди не знают, кого выбирают? Почему не было освещения? Ведь это региональные выборы. Вам не кажется странным? Если кто-то где-то будет голосовать, обязательно нужно идти. Люди, обязательно нужно это дело не оставлять, потому что будет опять подлом. У нас где именно проходит? Тополево? 17 миллионов. Да. Это именно что? У нас до выборы. 18 регионов идут. Сейчас будет везде уже наверняка подлом. Люди, пожалуйста, все, кто слышит, голосуйте. Обязательно, если даже против, приходите. И голосуйте, видите, специально, ничего не осветили, чтобы народ как быдло, никто не пошел голосовать. Спасибо. Пожалуйста. Голосуйте против Единой России, ЛДПР, а не предатель. Потому что, если у нас захватит Единая Россия, мы опять останемся под системой. Будут меняться губернаторы. А система останется одна. Нас будут гнобить до конца. Пожалуйста, услышьте, Хабаровск. Хочу еще добавить. 18 регионов нашей Родины будут проходить выборы губернаторов. И я прошу вас, выйдите, пожалуйста, проголосуйте. Выберите губернатора своего. Может, вам повезет так, как повезло нам с нашим губернатором Фургалом. Не может, а повезет. Если будете правильно голосовать, повезет. Сейчас это ядро переобулось, жириновцы переобулись. Они, значит, самовыдвиженцы. Но вы подумайте, поговорите, посоветуйтесь. И ни в коем случае не за ЛДПР, ни за Единую Россию не голосуйте. Это будет наш протест власти. Они нас не слышат, не хотят слышать, но мы им докажем, что все-таки мы власть, а не они. Кучка этих олигархов, этих зажравшихся буржуев забрали у нас все, сфабриковали дело, украли губернатора и думают, что мы будем молчать. Никогда мы не замолчим. Заберете мой голос. Я все равно буду выходить против вас. Фашистских захватчиков. Да, оккупанты, а кремлевские оккупанты, да, они действуют хуже фашистов. Нет кремлевских. Мы проявим свою солидарность, покажем себя, покажем свое единство. Пока мы едины, мы непобедимы. Пока мы едины. Мы не победимы! Пока мы едины, мы не победимы! Пока мы едины, мы не победимы! Пока мы едины, мы не победимы! Пока мы едины! Ну что, ребят, народ расходится уже потихоньку, потому что нужен перерыв. Нужен перерыв народу, потом выйдет вечером. Поэтому, наверное, будем заканчивать эфир. Все. Пока-пока, ребят. Вечером будете. Наш народ уже расходится. Привет! Как ты? Нормально. Они получают звездочки. Как вчера
Им лучше звездочки, чем деньги. Я не знаю, как их назвать. Я смотрела, они прямую эфир. Да, и вот эта вот девушка, не знаю, залезла с ногами. На лавочку, это просто. Это ментовская футболка была. Да, вот так сидите всем лицом, знаете, вот. Ну, слушай, такие, как Катя, они идут на работу, идут вот такие. Подошла прямо к настоящему террористу и сфотографировала вот так бы его в лицо, ну, и выпустил кишки, понимаете? А мы просто люди простые, мы безвредные. Мы ходим за свое право, боремся. Почему они себя так ведут? Это быдло настоящее. Это быдло. Я вчера смотрел, это два пункта. Одна встала, это идиотка, блядь. Ой, извините. Идиот. И второй стоит там это. Вот, да не ты так заехать. Вот я хотела бы сказать, обратиться к ним, даже к этим людям, которые вчера вот это троица. Родителям их надо обращаться. Вот этот вот бардак. Как это... Вот через 15 лет, не дай бог, они станут какими-нибудь значимыми людьми. Я приду и скажу, а ты... В 2020 году, 11 сентября, в 10 часов вечера, вот это совершило. Иди и сядь в тюрьму. Вот я считаю, что они должны сейчас и прийти и покаяться все перед нами за свой поступок. А еще я считаю, что вот эту троицу вчерашнюю, ее нужно просто наравне вот как нашим хабаровским живодерки, помните? Поставить. Да, я считаю, что их нужно также выложить отдельной строкой. Но дело вот в том, что уровень нашей правоохранительной системы вот вчера весь продемонстрирован. Наглядно. Это вот ни о чем. Давайте о конкретном случае. Вот вчерашнем. Давайте о нем поговорим. Вот давайте это не оставим вот так, как, ну, чтобы это ушло ни сюда, ни в нее. Давайте перейдем до конца. Не бросайте, пожалуйста, Никита. Ой, Никита, здравствуйте. Я вот только сейчас... Да. Я вчера была просто возмущена даже по ту сторону. Целый начальник ИБДД ночью приехал. Боже мой, да, вот это ночью приехал. Да он через 15 минут этого происшествия приехал и сказал, что это была провокация против сотрудников полиции, специально расстроена. Это все своего ребенка, просто прошел. Да, если бы задавили, он бы то же самое сказал. Да, я видела. Он говорит, так вы же смотрите, вы же сами его толкнули под машину. Это вот их умение извращать факты, понимаете? Они все переворачивают. Если бы он встал там, стой, абсолютно все переворачивают. Наоборот, кому-то во время. Элементарно всем известные правила. А иногда и то, и другое сразу. Вот я еще к тому, вот представьте, ребята, что делают, вот если вот эти мелкие кошки, которые даже лица свои боятся показать, да? Если они здесь такие вещи устраивают, представляете, какие вещи устраивают люди, которые намного выше. А представляете, стоящие. Если им дадут команду ФАС, что они будут устраивать? Да, они нас вот будут бить, вот. Они нас будут колотить. Я там плакат нарисовала, да? Колотить. Какие задачи у центра по борьбе с экстремизмом. Что они должны делать то-то. Они ломать сказала мобили, не арестовывать. Вообще непонятно. Следующий нам построить виселицу, не надо. Да? Уплотиться от того, вешать подвора. Я просто так не возьму. Может, так народ типа сдастся, типа скажет, эх. Да. Они за гроши готовы вот так вот народ продать. Даже не народ, а свою страну. Пока мы все не окунулись вот в это два месяца назад, мы ходили мимо друг друга, да? Они нас все равно придется трогать. Нам, им, нам, потому что мы для них просто криминал. Ну вот сейчас я так понимаю, то, что мною может органы опеки заинтересоваться. В том самом, что мне вот вчера говорили, сказали, типа, мол, вы что, на митинге были? Я говорю, нет, почему я с маленьким ребенком, 8 лет ребенку, не могу сходить на фонтан? Время без 10.
пути было 10, мы возвращались и где обратно. Ты да. Смотрите, органы опеки мною заняться. Пусть лучше эти органы опеки без вот этих всяких разных указательных пальцев займутся теми детьми, которые реально в этом нуждаются. В зачем? Этом это же тяжело. Да, зачем? Это тяжело. Это же работать у надо. Ни мамы, это же работать надо. Тебе нормально по прописке придут. Все, ты на месте. Да есть у меня, есть и мама у нас. Лучше им отомстить надо. Они же твари эти мстители. Да они, почему же они такие, они только родились, только, она еще не выросла даже, а она уже хочет нам всем делить. Да что она нам сделала? Скажите, скажите, что мы этой девочке, вот вчера вот она была, и не знаю, ребята, он говорит, отменят масочные режимы, да? А они будут все равно носить? Как они свою рожу будут прятать? Они их все равно будут носить? Надо, чтобы блогеры обратились просто к сообществу, да, чтобы нормальные юристы, адвокаты занялись этим делом. Именно профессионалы в области дорожного движения. Не просто юристы, да, а именно профессионалы в области дорожного движения. Вот такие юристы нужны. Сейчас там очень много тонкостей. Сейчас я вам скажу, да, как бы оно не будет. Это только начало с моей стороны. И понятно, что эту ситуацию будет покручивать в любую сторону. Только так, чтобы я был виноват. Вот сейчас даже да, идет такой разговор, что я держался там за ручку автомобиля и ждал, когда машина поедет, чтобы под колеса бросить своего несовершеннолетнего ребенка. Ну вот это вообще просто... Я говорю, вообще не удивлюсь. Да. И Соловьев еще это расскажет. А почему? По центральному ТВ. Вот, да. А почему они не указали то, что получается машина, да, прежде чем встать, она сдала задним ходом. Если это на видео, шла девушка. Она по этим переходу туда-сюда ездила. Это да. Вообще можно? Ментам что можно, что не понимаешь, что ли? Ментам можно. И по пешеходному. По правилам можно? Конечно. По их правилам. А я же говорю, они живут по своим правилам. Конституция одно, их не правило, это другое совершенно. Если бы я как водитель остановился на пешеходном переходе, меня просто... Конечно, потому что это правило для всех, для быдла, да? Для пьяных. Погони. А у них правила другие совершенно для себя. Вот смотрите, а мы пьяная погонь. Что непонятно? Смотрите еще, да, какая ситуация. Я есть потерпевший. Я шел по пешеходному переходу. Мне сказали, что надо пройти тебе свидетельство, да. И меня промурыжили до пол первого ночи, мотивируя тем самым, что у них нету. Я им говорю, примите у меня сразу на месте в алкотестах. Мне сказали, что мы только у водителей принимаем. А ты как пешеход, типа сейчас сиди, жди, привезут, привезут какую-то там справку о том, чтобы мы тебя отвезли, получается, на свидетельство, на наркоту, на опьянение. Ну, я как бы, ну вот люди мне говорили, ты можешь отказаться, уйди туда-сюда. Я сказал, что мне, ну, мне бояться нечего, да. Я чист в этом отношении, я говорю, я пойду, все, меня отвезли, да, все как бы, ну, все провели, да. Но я так понимаю, что даже сам врач там был в шоке. Грубо говоря, я не в положенном месте перебегал дорогу, ни в пьяном, ни в наркотическом, да. Я шел обыкновенно и все. Вот ситуация. Вот, да, ситуация. Никита, все нужно лекать положительно. Вы бесплатно сдали анализ. Ну, да. Ну я там за счет государства. Да, за счет. Вы бы видели, там, я имею в виду, ну, это место. Родченкова не было. Это место, где все. Главное, чтобы вам туда литр водки не налили, потому что шестилетнему мальчику. А нет, мне этот. Никит, ну ты трезвый был, ребенок пьяный был. Сейчас про него возьмут тест, будет пьяным. Родченков может подтвердить, что он был пьяным. 100%. Родченков. Хабаровске найдут такой. Я хотел сказать то, что я просто когда пришел в учреждение, где у меня принимали анализы, да, я пошел, получается, с товарищем инспектором, мочу взял, да,
у себя, принес ее, поставил. Ну, просто что обидно, 21 век, Путин говорит, мы шагаем в ногу со всеми перифериями, у нас все отлично, все хорошо. Стоит баночка, туда натыкали 5, как от беременности, тестеров, да. Стоит вот такой вот станочек маленький, мы сидим, ждем, сколько? 20 минут, 20 минут, да. Они потом берут это туда, ложат и все. Я им, этим же врачам, говорю, товарищи, я говорю, вы не отдавайте свои голоса Единой России. Я говорю, я понимаю, что вы, получается, как в госучреждениях работаете, вас заставляют, да. Но вы, говорю, посмотрите, говорю, в других странах как. Я говорю, с этой баночкой подходишь, я почему-то так думаю, должно уже такой станок, говорю, думать. Наливаешь, и он идет как бы и показывает все. Есть, ну, есть да. Умные унитазы. Ну, вот, да. А тут я говорю, вот такой вот маленький стаканчик и вот пробирки туда. И вообще, просто... Сначала они с него купили. Или потом. Нет, да. Спасибо. Спасибо. В общем, вот так вот, ребят, кто не слышал, вчера был случай наезда на пешехода с ребенком. Вчера мы все с журналистами пробыли до 3 часов ночи. Спать хотелось просто ужасно, но это наша работа. Мы доводили до конца, чтобы показать народу, что происходит возле отделов полиции. Это было, кстати, вот здесь, где недалеко от... где раньше был Сбербанк, где будка полиции, вот там вот было. В общем, что могу сказать, сегодня прошло все хорошо, без всяких происшествий также. На улице тепло, жарко, кто не успел позагорать, повторю, что выходите, загорайте. Здесь были прописаны таблички, что по газонам нельзя ходить. Ходить нельзя, но ходить нужно. А по поводу... в общем... забейте, запутался уже. Ну что, мы, наверное, вернемся к вам вечером, где-то в 7:30. Так что будем ждать, кто вернется, сколько людей будет. И посмотрим, и пойдем также все по шествиям. Ребят, сейчас зайду на сайт, прочитаю ваши комментарии. И вечером буду смотреть, и отвечу на них, потому что был без телефона. Поэтому не смог читать ваши комментарии. Спасибо вам огромное за то, что зашли и смотреть наш эфир. Я говорю вам, пожалуйста, что вот показал вам такой потрясающий сегодняшний эфир. Так что встретимся